Добрый день! Я работаю в Центре по лечению бесплодия «Эмбрион» и сегодня приглашаю вас в нашу лабораторию ЭКО. Практически лаборатория алхимика. Воздух прогоняется через ламинарный провод сверху, и в лицо сидящему перед ним дует чисто стерильный воздух. Это инкубатор, в котором растут эмбриончики. Тут поддерживается температура 37 градусов. Будущее. На радость папам и мамам. Да. То, чтобы ввести сперматозоид внутри циклетки, когда сперматозоид сам плохо двигается, он ленивый и не может забраться внутри циклетки. Тогда мы его ловим и вводим при помощи вот этих микроманипуляторов внутри циклетки. А также на этом оборудовании можно делать биопсии бластомеров, биопсии трофобласта. Грубо говоря, отщипывать кусочки, маленькие-маленькие микроскопические кусочки от эмбрионов, для того, чтобы эти кусочки потом посмотреть на предмет разных генетических нарушений и правильности развития. И сажать только те эмбрионы, которые генетически полностью полноценны. Это у нас криолаборатория. Здесь у нас находятся эмбрионы в замороженном виде. При температуре минус 193 градуса Цельсия. Эмбрионы могут спать несколько лет, а потом, когда приходит пора, мы их размораживаем и подсаживаем уже в полость матки, где они приживаются, наступает период. Сперматозоиды обрабатываются специальным образом. Центрифуга включается, и при огромной скорости сперматозоиды осаждаются на дно пробирки, а потом из этого осадка мы вытаскиваем именно те сперматозоиды, которые нам нужны для оплодотворения яйцеклетки. В операционной мы проводим основные манипуляции. Тут находится анестезиологическое оборудование, ультразвуковые сканеры и так далее. Мы тут ловим яйцеклетки, пунктируем фолликулы, получаем яйцеклетки, а потом полученные яйцеклетки через это маленькое окошечко передаются в эмбриологическую лабораторию, непосредственно в руки эмбриологу. Вот отсюда хорошо видно. Эмбриолог уже работает с этим биологическим материалом. Небольшая экскурсия по лаборатории закончилась. И если есть у вас вопросы или если есть у вас проблемы, пишите или приходите к нам в клинику «Эмбрион». Мы с удовольствием вам поможем.